Нягинские подростки помогут местным предпринимателям. В городе состоялся круглый стол, на котором представитель бизнеса, Центра занятости населения и Дома молодежи обсудили трудоустройство несовершеннолетних. Так, количество школьников, готовых работать, заработать, растет, а количество вакантных мест, предлагаемых муниципальными предприятиями, осталось неизменным. Именно поэтому местный Центр занятости решил расширить список партнеров работодателей и привлечь бизнес-сообщество. Такое сотрудничество откроет молодым людям доступ к самым востребованным профессиям, а югорские предприниматели за каждое предоставленное дополнительное рабочее место смогут получить субсидию в размере 10 тысяч рублей. Мы привлекаем постоянно новых партнеров из бизнеса. Если мы в 2017 году у нас было 2 партнера таких, на сегодняшний день у нас 8 договоров уже заключено на трудоустройство несовершеннолетних детей. И на сегодняшний день уже приступили к работам 14 человек. Это сейчас уже и ведение соцсетей, и работа с документами, работа в организации проведения мероприятий и работа по благоустройству нашего города. Желающих очень много, как обычно, это ежегодно. Мы будем брать в порядке очереди, кто как зарегистрировался, и распределять по месяцам.